Аплодисментом. Да. Наверное, мало тебе. Я тут думаю, еще здесь забыл. Ты в третью позицию. Да. Невероятно красивый зажигательный танец Чарльстон нам продемонстрировала студия танцевального мастерства «Чудо-вальс». И рядом с нами еще появилась Татьяна Попова, руководитель этой самой студии. Ну, было действительно очень здорово. Да. И я тут узнала немножечко за кадром, что это танец-призер недавнешний одного из конкурсов танцевали. Да, конечно. Буквально в этом году мы были на международном фестивале в городе Иркутске, где коллектив «Чудо-вальс» стали лауреатами международного фестиваля и заслуженно получили медали, кубки и дипломы. А можно немного с вами поделиться этой информацией, вот этой вот энергетикой, которая, ребятки, заряжена, и немного поучите нас каким-то танцевальным вот такого рода? С удовольствием. Мне поможет Чанчикова Полина, пожалуйста. Ага. Мы покажем вам буквально три движения, а вы, Сергей, пожалуйста, вы, Анна, не хотите со мной дублировать, да? Я думаю, нет. Начнем с базового движения. Шаг с левой ножки, а вы за Полиной повторяете. С левой, да? И раз, два. А это и мужской движение, да? Конечно, пять. Ничего страшного. Давай покажем ему женское. И со сливами. А, и вот так. Да, и не пять. Шесть, семь, восемь. Еще раз. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Пробуем с левой ножки. Вперед. Два, три, назад. Четыре. Точка. Блин, что-то не то делаю я. Семь. Все нормально. Сережа, включайтесь, включайтесь. Три, четыре. Там, пам. Я не включаюсь. Увереннее, смелее. Ты выключаешься, по-моему, Сережа. Раз, два, три, все четыре. Много, 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 просто очень много ног, но я сейчас попробую. И, давай, и. Раз, два. Обратно, стоп, давай сейчас. Точка. И раз, два, точка, назад. Три,
4, раз, два, три, 4, раз, два, три, вот так. 4, о, раз, о, два, о, три, 4, блин, вот она, да, хорошо. Хорошо, да, увольняюсь. Сейчас к вам пойду. Скажите, ну действительно, очень такой энергичный танец, он прям так ногами очень активно. А то это мы еще медленно делали. Это еще, да, это еще пока была тренировка. Насколько, допустим, популярный, я вот не помню, чтобы встречала частенько, чтобы через стон именно танцевали. Вы знаете, чей это танец? Откуда он к нам пришел? Этот танец, он пришел к нам из Америки. Вообще корни у него афроамериканские. Вот. Поэтому это было в 20-х. А я думаю, почему у меня не получается? Ну, да, понятно. Да, да. Вот, поэтому этот танец в прошлом столетии начали танцевать в 20-х годах. Угу. И после выхода шоу на Бродвее именно с песней «Чарльстон», где звучал вот этот ритм, он стал очень популярен, и, безусловно, его стали как бы использовать во всех хореографических постановках. Хочется, ребят, привлечь не только к хореографическим движениям, но и к тому, чтобы с нами пообщаться. Кто смелый, кто возьмет микрофон, кто расскажет нам. Кто? Нет, никто. Вопросы зала. Да. Вот так. Угу. Ладно, хорошо. Расскажите, пожалуйста. А почему вы пришли вот именно в это направление танцевальное? Почему захотелось именно это танцевать? Потому что это очень веселый танец, энергичный. И нам хотелось показать себя. Самовыражаться. Такое чувство, что это какая-то подготовленная информация от себя, если сказать. Это от себя. Именно, а где-то его увидели изначально? Как происходило его знакомство первое с этим танцем? Ну, нам его показали, нам очень он понравился, и мы захотели ему научиться. Мне кажется, все ребята то же самое скажут, да? Нам показали, мы захотели. А какие еще, я так понимаю, что не только Чарльстон, конечно. Не только. Что еще, ну вам, например, что еще нравится? Какие виды танцев? Ну, нам нравятся еще русские народные. Вот так легко совмещаете? Да. Это же вообще, они танцуют все. Они танцуют и московскую кадриль, и всевозможные вальсы. У нас очень много постановок. У нас, безусловно, дети занимаются в ансамбле, который создан на базе Дворца труда и согласия уже много лет. В этом году у нас юбилей, нам 30 лет. Мы, безусловно, всех приглашаем. Да. И дети в нашей студии, начиная от 3 лет, занимаются детским танцем, затем сценическим танцем. Бальная хореография, естественно, у нас присуща, но на фестивале по сценическому бальному танцу очень актуально возить вот именно образные танцы, которые дают самовыражаться детям, и актерское мастерство включается. Да, это очень здорово для развития. И вот хочется спросить, а каким образом получается ли с легкостью переключаться? Это же разные по характеру танцы. Насколько быстро? Или нужно, например, несколько часов настройки? Да? Давайте сейчас остановимся. Только что русские народные танцевали, мне сейчас на Чарльстон пару часов дайте. Ну, мы тренируемся уже довольно давно. Ну, 10 лет или более. Поэтому мы уже научились быстро переключаться. Что дает настройку? Музыка, в первую очередь? Да, музыка, характер, танц. Все это сразу, вся энергия попадает в тебя. А есть, наверное, какие-то предпочтения танцевальные? Что больше всего нравится? Ну, я думаю, что у каждого наверняка даже разное. Ну, мне нравятся латиноамериканские танцы. Именно они ближе? Да. Может быть, корни оттуда какие-то есть? Может быть. А какие-то сами, например, движения не предлагаете вот хореографам, руководителям? Ну, что-то от себя добавлять? Или пока еще только вот, что, как показали рисунок, так его и повторяете? Ну, пока нет, но иногда предлагаем. Хорошо, тогда предлагаем вам встать в строй. Обратно представим еще раз наших гостей. Полюбуйтесь этими очаровательными молодыми людьми. Хочется просто, чтобы еще показали еще раз их костюмы. Прекрасно, молодцы, порадовали нас сегодня. Студия танцевального мастерства «Чудо вальс» и Татьяна Попова, руководитель этой самой студии. Спасибо вам большое, больших успехов в развитии. 30 лет уже такой серьезный. Да, возраст. И рада, что не поленились, пришли к нам сегодня в студию. Заранее, спасибо. Между прочим, подготовились. Гости очень в этом смысле серьезные и не зря 30 лет уже отмечают. Талантливые абсолютно все 100%. И уверен, что таких большое количество в разных дворах нашего города можно найти.